Ссылка на видеозапись. Больше ничего. Преподаватели, родители и гости нашего вечера. Прежде чем мы начнем наш замечательный праздник, разрешите поздравить преподавателя фортепианного отделения Татьяну Ивановну Мордвину с днем рождения. Сегодня у нее двойной праздник. Татьяна Ивановна. Мы просим Татьяну Ивановну выйти к нам под всеобщие аплодисменты. Однозначно сказать, радостный он или грустный. Учеба в музыкальной школе окончена. Сегодня все будет как по нотам. И начнем мы, конечно, с ноты до. Нота до. Долгожданный праздник. Очень жаль расставаться с любимой школой. Ведь столько лет вы прибегали сюда почти каждый день. Здесь звуки музыки встречали вас с самого порога. И здесь каждый день вы совершенствовали свое мастерство. Здесь вы нашли друзей, с которыми провели этот сложный, но очень интересный путь обучения музыке. И именно сегодня для вас открываются новые двери, новые горизонты. Сегодня от нашего школьного причала отплывают в свободное плавание 32 музыканта, ценителя и любителя музыкального искусства. Некоторые из них сделают музыку своей профессией, они продолжат обучение, а для многих музыка просто останется частью жизни, без которой они уже не смогут прожить ни дня. Нота ре. Реконструкция. А это как? Мы будем вспоминать, как вы учились в музыкальной школе. Сейчас вы увидите фильм, а наших выпускников пришли поздравить ребята, которые совсем недавно сделали свои первые шаги по дороге, ведущей к выпускному классу музыкальной школы. Встречайте ансамбль «Веселые скрипочки».
иначе, и как-то там кто-то ключи не видел. Вот я, точно! Кого тут только нету! О, замечательно, можно поаплодировать? Ну, а сейчас нота ми. Ваша минута славы. И мы приступаем к самой торжественной части вечера. Вручению свидетельств об окончании музыкальной школы. Слово предоставляется директору детской музыкальной школы имени Георгия Свиридова Наталье Юрьевне Арсеньевой. Добрый вечер, дорогие наши выпускники, уважаемые родители и преподаватели. Очень рада видеть вас сегодня здесь, в этом уютном зале. И пусть нам немножко тесно, но зато очень тепло и душевно. У нас сегодня в школе большой праздник. Многие, да я думаю, что все ребята с нетерпением ждали этого дня. Наверняка торопили, скорее бы он настал. И вот этот день сегодня наступил. Вы сегодня такие все красивые, нарядные и счастливые. Мне хочется поздравить вас с окончанием музыкальной школы. Вы прошли все долгий путь. Кто-то учился в школе 4 года, кто-то 5, кто-то даже 8 или 9 лет. Это были годы учебы и упорного труда. И мы гордимся вами, потому что, честно скажу, далеко не все выпускники дошли до сегодняшнего дня. Были такие, кто сошел с этого трудного пути. Но вы молодцы. Вы выдержали стойко все трудности музыкальной школы. И сегодня вы получаете в своей жизни первый документ об образовании. В вашем нелегком пути покорения музыкальных инструментов, я думаю, что это действительно было покорение, не всегда у вас все получалось, вам помогали ваши преподаватели. Вы шли много лет рядом с ними, и они отдавали вам все свое тепло, все свои знания, свою любовь. Благодаря их профессионализму вы смогли достичь немалых высот. Многие из вас на протяжении всех лет учебы в школе представляли наше учреждение на различных конкурсах и фестивалях и возвращались оттуда с победами. Вы очень много выступали сольно, кто-то выступал в ансамбле. Все вы пели в концертном хоре. Сколько было концертов, это просто не счесть. И даже вот в те времена, когда мы все были ограничены в очном выступлении, у нас было очень много дистанционных концертов. И я бы, по-моему, вот, ну нету такого ребенка, нету такого ученика, который бы не принял участие в этих мероприятиях. Вы большие молодцы. Конечно, очень хочется поблагодарить ваших родителей. Потому что благодаря их труду, их терпению вы дошли до сегодняшнего дня. Они вам помогали, они верили в вас. И спасибо огромное, уважаемые родители, вам за то, что вы доверили своих детей нам, за то, что вы их привели к нам в школу и были вместе с нами до сегодняшнего дня. Без ваших трудов и ваших усилий не получился бы сегодня такой праздник. Поэтому низкий вам поклон, уважаемые родители, за ваше терпение и за вашу любовь к вашим детям и за то, что вы были вместе с ними. Конечно, сегодня день, он полон эмоций самых разных. С одной стороны, это и радость, счастье. Это очень трепетный праздник. А с другой стороны, конечно, есть и нотки грусти. Вы прощаетесь с музыкальной школой, но вы с ней не расстаетесь. Наши двери всегда для вас открыты. Мы с удовольствием будем рады, будем видеть вас на всех наших концертах, на мероприятиях. Да и просто приходите так заглянуть, да, по-соседски, что называется, встретиться с преподавателями, поговорить, рассказать о ваших успехах, о ваших достижениях. Потому что, оставив музыкальную школу за плечами, я думаю, что музыка, она останется в вашем сердце, в вашей душе навсегда. Очень хочется в это верить. Потому что, как говорится в одной знакомой песне, песня строить и жить помогает. А с музыкой всегда легче идти по жизни.
Но сейчас позвольте, наверное, приступить уже к самой долгожданной минуте. Да? Очень вам, я думаю, не терпится получить ваше свидетельство об окончании музыкальной школы. Я уже сказала выше, да, что у нас дети заканчивают по 4-летней программе и по 8-летней. И с удовольствием, значит, мы начинаем вручение выпускникам общеразвивающей программы. Свидетельство об окончании школы вручается Веселовой Валерии. Валерия награждается грамотой за участие в творческой жизни школы и свидетельство об окончании, да, на память. Фотография. Да? Маленький презент от Марка Владимировича. Там ссылка на видеозапись с вашего выпускного экзамена. Вы можете ее открыть и посмотреть, как вы выступили. И ваши родители тоже увидят ваш выпускной экзамен. Свидетельство об окончании школы вручается Роману Каргину. Роман закончил школу по классу «Академическая химия». Поздравляем. Роману вручается грамота за участие в творческой жизни школы и за победу на конкурсах и фестивалях. Фотография, медаль и на память экзамен. Поздравляю. Свидетельство об окончании школы вручается Молчанову Ивану. Иван закончил музыкальную школу на отделение хоровое пение. Поздравляем. Ивану грамота за участие в концертной жизни школы в составе концертного хора мальчиков, фотографии на память и медаль. Поздравляем. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Чернышовой Варваре. Варвара закончила школу по классу скрипки. Поздравляем тебя, Варя. Награждаем тебя грамотой за участие в творческой жизни школы в составе ансамбля «Веселые скрипочки». Фотография и медаль на память. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Кайдеу Даниилу. Даниил окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Поздравляем тебя с окончанием школы. Награждаем тебя грамотой за участие в творческой жизни школы. Фотография на память. И медаль с твоим выступлением на экзамене еще. Очень приятно получать свидетельства, в которых преобладают четверки и пятерки. Молодцы, ребята. Все на экзаменах выступили очень достойно. Было одно удовольствие вас всех слушать. А сейчас вручается свидетельство Девчиной Кири. Кира окончила школу по классу фортепиано. Мы тебя поздравляем. Тебе 2/4, остальные 5/5. Грамота тебе за участие в творческой жизни школы. Фотография и на память медаль и твое выступление на экзамене. Поздравляем тебя. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Ларионову Марку. Поздравляем тебя. Награждаем тебя грамотой за участие в творческой жизни школы. Фотография на память, медаль и твое экзаменационное выступление. Поздравляем вас еще. Я хочу сказать, что Марк у нас будет продолжать учебу. Он поступил у нас на предпрофессиональную программу и пойдет дальше. Не может остановиться, как ему понравилось. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Лычагиной Софии. Сегодня закончила школу по классу фортепиано. Поздравляем тебя. Награждаем тебя грамотой за участие в творческой жизни школы. Фотография на память. Медаль и ссылка на твое выступление на экзамене. Поздравляем. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Сидорову Матвею. Матвей закончил школу также по классу фортепиано. Это тебе фотография, медаль и твое выступление на память.
обучается свидетельство Тихомирова Ярославе. Ярослава закончила школу по классу фортепиано. Ну, какая у нас красивая розовая барышня. Ой, так все так. Поздравляем тебя. Фотография на память. Медаль и твое выступление на экзамене. Мы в этом году столько поставили пятерок. Поздравляем, Ярославу. Было очень приятно всех вас слушать. Вручается свидетельство выпускнику народного отделения Князеву Роману. Роман закончил школу по классу гитары. Поздравляем тебя, Роман, с окончанием школы. Фотография, медаль и ссылка за твое выступление, на твое выступление. Свидетельство об окончании школы вручается Козыреву Сергею. Сергей закончил школу по классу баяна. Поздравляем тебя с окончанием школы. Фотография тебе на память. Медаль и на память твое выступление. Свидетельство об окончании школы вручается Митруковой Алене. Алена окончила школу по классу аккордеона. Поздравляем тебя. Фотография на память. Алена награждается грамотой за участие в творческой жизни школы и выступления на фестивалях. Поздравляем. Свидетельство об окончании школы вручается Каеву Егору. Егор окончил школу по классу гитары. Поздравляем тебя. Это все, молодец. Тебе на память фотография, медаль и ссылка. Свидетельство об окончании школы вручается Проничевой Анастасии. Мы поздравляем тебя. Настя закончила школу по классу дома. Награждаем Настю грамотой за участие в конкурсах, фестивалях и концертной жизни школы. Тебе на память фотография и медаль. Свидетельство об окончании школы вручается Стародубцевой Маргарите. Школу по классу фортепиано. Мы тебя поздравляем. Тебе фотография на память. Там еще то, что ты заказывала фотографу. Да? Медаль на память и ссылка на твое выступление на экзамене. Вручается свидетельство об окончании музыкальной школы Редькину Богдану. Богдан закончил школу по классу аккордеона. Мы тебя поздравляем. Тебе на память фотография. Медаль, да, и послушаешь сам себя, как ты выступил на экзамене, покажешь родителям. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Шейко Константину. Костя тоже закончил музыкальную школу по классу аккордеона. Мы тебя поздравляем и на память тебе медаль и фотография. А сейчас у меня в руках красный, видите, да? У нас есть синие дипломы и есть красные. Красные получают те, кто окончил музыкальную школу на одни пятерки. Свидетельство с отличием об окончании музыкальной школы вручается Анхиму Гульбу. Лев закончил школу по классу гитары. Мы тебя поздравляем. Ты большой умница. Награждается Абхазом за отличную учебу и выступление в составе концертного хора. На память тебе фотография, медаль и твое выступление на экзамене. А мы продолжаем. Свидетельство об окончании школы по профессиональной программе вручается Евстафиевой Ксении. Ксения закончила школу по классу фортепиано. Ксения награждается грамотой за хорошую учебу и за участие в творческой жизни школы, выступления на конкурсах и фестивалях. Поздравляем! Фотография на память, медаль и твое выступление. Свидетельство об окончании музыкальной школы по классу фортепиано вручается Михайлову Ивану. Иван Павлович, награждается Иван грамотой за хорошую учебу и концертные выступления. На память тебе фотография, медаль и твое выступление на выпускном экзамене.
окончании музыкальной школы вручается Пружинина Александре. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Хохлову Тимофею. Тимофей закончил школу по классу фортепиано. Одни пятерки, всего лишь одна единственная четверочка. Большой умница. Грамота за хорошую учебу и участие в творческой жизни. Фотография, медаль и твое выступление на экзамене. Мы тебя поздравляем. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Хемелянину Евгению. Женя закончил школу по классу баяна. Одна четверка, остальные пятерки. Мы тебя поздравляем, Женя. На память тебе фотография, грамота за хорошую учебу и творческой жизни школы. Медаль и ссылка на твое выступление на экзамене. Поздравляем. Женя у нас собирается продолжить музыкальную, творческую жизнь, да, будет поступать. Свидетельство об окончании музыкальной школы вручается Захаровой Виктории. Вика, как это за школа? Остальные пятерки. Грамота тебе за хорошую учебу, Вика. Фотография на память. Ну и медаль. И твоя оценка. Из 13 выпускников предпрофессиональной программы у нас 7 отличников. 7. Такого не было никогда. Да? Это просто какой-то у нас... Ну, супер урожай красных свидетельств. Свидетельство с отличием вручается Кривощековой Ульяне. Ты большая молодец. Одни пятерки. На память тебе фотография. Похвальный лист за отличную учебу. И медаль тебе на память. Свидетельство с отличием вручается Матиевой Елизавете. Лиза также закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Мы тебя поздравляем. Похвальный лист за отличную учебу. Фотография и медаль. Свидетельство с отличием вручается Грачевой Анне. Анна закончила школу по классу фортепиано. Девчонки, как вы так вот умеете? Одни пятерки. Какие вы молодцы. Похвальный лист, фотография и медаль. Да? И твое выступление на экзамене. С отличием вручается Брусницыной Анне. Анна также закончила школу по классу фортепиано. Одни пятерки. Похвальный лист за отличную учебу. Участие в конкурсах и фестивалях. Фотография на память. Медаль и твое выступление на экране. Свидетельство с отличием вручается Сокол Светлане. Тебе похвальный лист за отличную учебу, за победу на многочисленных конкурсах и фестивалях и на память фотографии. Свидетельство с отличием вручается Савандре Елене. Лена закончила школу по отделению хоротерапии. Мы тебя, Леночка, поздравляем. Тебе вручается похвальный лист за отличную учебу. Фотография на память. И на память выступления на экзамене. Свидетельство с отличием
вручается Ухвинову Аркадию. Все души, одни пятерки, большой умница. Это похвальный лист. Да. Мы зачислим победы на всех конкурсах и фестивалях, грамм, фотографии и твое выступление и медальку на память. Я хочу еще раз поздравить всех наших дорогих выпускников, родителей и преподавателей со столь знаменательным событием в жизни наших детей. И пожелать, чтобы музыка всегда была рядом с вами, и чтобы ваши мечты и надежды сбывались. С праздником, дорогие наши ребята и гости. И сегодня наши звезды – выпускники. Многие из них удостаивались самых высоких наград на множестве конкурсов и фестивалей. Выступали на самых различных площадках нашего города, региона, нашей страны. Начинаем концерт выпускников. Выступает инструментальное трио в составе Сокур Светлана, Мартынова Алина, Ухлинов Аркадий. Хосе Уайт. Прекрасная кубинка. Встречайте. Thank you.
Герман в обработке Герделя «Очи черные» исполняет Гайдел Даниил. Даня, ты где? Тинькова. Офицеры. Исполняет Князев Роман. Скрябин. Прелюдия до диез минор. Исполняет Брусницына Анна.
русская народная песня «Волга-реченька» в обработке Шалова. Исполняет Проничева Анастасия. Сарабанда исполняет Герчина Кира. Thank you.
Виктора Фельдсмана, слова Михаила Танича и Игоря Шоферана. «Ходит песенка по кругу». Исполняет Савандра Елена. Thank you.
Даниил Крамер, танцующий скрипач, исполняет Емельянин Евгений, Захарова Виктория. Свои почти математические законы. Удивительно. Музыкальная литература – предмет, который, на наш взгляд, должен изучать каждый культурный человек. Биографии великих композиторов и истории создания великих музыкальных произведений – это знания, которые в том числе и формируют интеллектуальный уровень музыканта. А хоровое пение, надо сказать, вообще один из самых древних видов музыкального искусства. И мы приглашаем на сцену наших выпускников, нашим любимым педагогам посвящается. Могли здесь таланты раскрыть. Хорошо, мы все вместе трудились. И за что вас поблагодарить? Наталья Юрьевна, наш мудрый руководитель, директор школы, чин большой. Для нас вы лучший покровитель. Вас любим сердцем и душой.
Желаем здоровья и долгих вам лет, а в школе всегда процветания. Раз вы во главе, никаких проблем нет, и ждет всех успех в начинании. Светлана Геннадьевна, специалиста первоклассная, а зовут школа Золотой. Не скроем, человек прекрасный, с добрейшим сердцем и душой. Мы на сольфеджио ходили, чтоб теорию узнать. Светлана Геннадьевна и Марк Владимирович так просто и понятно все умеют рассказать. Мы желаем много-много музыкальных вам побед. Очень-очень интересный, хоть и сложный ваш предмет. Марк Владимирович, мы помним, по вашим урокам, шедевры, симфонии, сонат. И эти мелодии просто в песнях 18-60. День выпускной вам желаем, хорошего только всего. Пусть радости в жизни хватает, и счастье вам тропку найдет. Привет, Александр, Виктория Александровна, дорогие. Уходим мы, но вслед будут ребята. Разгоним грусть о нас своими голосами. И буду вскоре мы петь, как мы когда-то с вами. Благодарны за все вам безмерно, любую уникальную любовь. Педагогам от сестрантам строки, пару рим хотим им посвятить. Были с нами вы добры, не строги, вас едва ли сможем мы забыть. Педагоги, пианисты, взгляд ваш видится лучистым, мы хотим вам пожелать жизни всегда с оценкой 5. Педагогам, народникам спасибо, всех умений вас не счесть. Вы святые, хотя и без них у вас было учиться за честь. Вам, вокалистам, конечно, посвящается Еси, друзья. Вы душевные, сердечные люди, одним словом сказать, просто глад. Благодарим за все, что мы узнать успели, за то, что наступил момент, когда умело стали руки, и стали музыку и звуки, и стал послушным инструмент. Пожелать мы хотим вам здоровья, и глаза ваши счастьем сияют, чтобы юных талантов и дальше вы теплом своих душ озаряли. Очень и очень мы вас уважаем. Образец и пример вы для нас. Вам здоровья большого желаем, и пусть удача пусть балует вас. Пусть в вашем сердце музыка звучит, но лишь ее веселые мотивы. И жизнь от счастья звучит вам ключи, чтоб каждый день шел ярко и красиво. И пусть прощание не печалит вас, в наших сердцах останетесь навечно. И благодарит вас выпуск дружный наш. И все мы будем ждать ближайшей встречи. Дорогие наши учителя, спасибо! Вам от всех выпускников 22-го года за ваш труд. Ребята, рассаживайте мне места. Подготовки к выпускному вечеру мы задали ребятам вопрос, как бы вы хотели поздравить своих преподавателей. И вот их ответ. Сейчас пойдет небольшая подготовка, потому что ответ требует этой подготовки. Наберитесь терпения, совсем немножко, сейчас все будет. Thank you.
Ответ на вопрос, кто написал песню, это все на ответ Сергей Лазарев. Марк Владимирович, простите, пожалуйста, оно само. Честно, не знаю, как так вышло. Спустя 10 минут. О, нет. Зато шорты красивые. Так, ребята, выкладываю новое домашнее задание. Но не забывайте про свои должочки. Тем временем у Саши дома. Ой, блин, это же я. Я совсем забыла про это задание. Черт. Анна Геннадьевна, извините, пожалуйста, я так заслушалась в Угадаеве музыкальной литературе, так прониклась, что совсем забыла задание. Посылаю вам его. Ну что ж, проверим. Ну, на четверочку сойдет. Ну, ладно. Уважаемые хористы, вот вам новое домашнее задание. Выполнить в течение 2 недель. Ого, это что, новое задание? Ну что ж, спасибо. Тем временем дома у Елизаветы Александровны. Лиза, добрый вечер. Ты, к сожалению, не дотянула кварту семьи. Вспомни, пожалуйста, от ноты ми, нет, от ноты до, чистую кварту вверх. А сейчас придется поставить 4. Это что, у меня 4 по хору? Кошмар. Надо срочно девочке сказать. Выше 4 там не получить. Можете и не стараться. Родители, от всех учителей примите благодарность за детей, ведь музыки не только в классах учат. У мам и пап настигла та же участь.
Спасибо, что вы с нами были заодно. Без вас учили бы мы не так успешно, ведь вашим детям в жизни повезло. На всем пути вы были им поддержкой. Слово предоставляется нашим уважаемым родителям. От родителей слово предоставляется Светлане Александровне. Встречаем. Добрый вечер всем нам, уважаемые гости, дети, родители, наши любимые педагоги. Как уже верно заметила Наталья Юрьевна, вы сегодня заканчиваете музыкальную школу, но вы не прощаетесь с музыкой. Так получилось, что 23 года назад я сама закончила эту же самую музыкальную школу. А сегодня среди выпускников сидит моя дочь. Дорогие наши педагоги и любимые выпускники, много лет мы вместе с вами ходили в школу, которая приветливо распахивала перед нами двери. И каждый раз нас встречали улыбки наших любимых педагогов. И даже не верится, что этот этап уже позади. Дети, когда вы успели так быстро повзрослеть? Ведь еще вчера мы с вами разучивали ваши первые произведения. У кого-то «Василек», у кого-то «У кота Воркота». И вы выступали на своих первых маленьких концертах. А сегодня уже ваш выпускной. Но ваши инструменты все так же ждут вас в стенах музыкальной школы. Мы не заметили, как вы повзрослели. И сегодня перед нами целый зал самых стойких, самых сильных и настоящих супергероев. Мы гордимся вами, любимые дети. И пройти такой сложный путь вам помогли наши любимые педагоги, которые своим волшебством, мастерством, талантом и любовью вели вас за руку все эти годы. И вот, дорогие педагоги, наши с вами дети уже стоят на пороге взрослой жизни. Говорят, чужие дети быстро растут, а свои? Смотрите, свои тоже быстро выросли, и мы с вами в этом убедились. И сегодня, в этот торжественный день, наши сердца наполнены благодарностью к вам, наши любимые педагоги. Ведь все эти годы именно вы были рядом с нашими детьми, любили, заботились, учили и переживали за них, радовались их успехам. От всего сердца хотим сказать вам огромное спасибо. Спасибо вам, наши родные уже педагоги, за ваши уроки, за каждую пьесу и каждую песню, за каждый концерт и за все эти годы, которые вы прошли вместе с нашими детьми. Спасибо вам за вашу любовь и за то, за ваше призвание, которое вы положили на алтарь наших детей. Первые музыкальные инструменты появились в глубокой древности. С помощью звуков люди взывали к богам, молили о дожде, радовались рождению нового человека. Музыка вела наших воинов в бой за Отечество. Рассказывала о родном доме, любви и надежде на светлое будущее. Музыка сопровождает нас с первого дня жизни, украшает наши будни и праздники. Да здравствует музыка! Ради музыки... Ради музыки мы когда-то встретились, вместе с ней выросли и прошли длинную, непростую дорогу. Было бы странно, если бы на финише этого пути обошлись бы без нее. Уважаемые, дорогие наши выпускники, дорогие наши гости, уважаемые наши родители, мы от всей души поздравляем вас с окончанием музыкальной школы и вручением первых в жизни аттестатов. Желаем вам удачи. Пусть музыка всегда будет в вашем сердце. Мы приглашаем всех преподавателей на финальную песню. Давайте споем ее вместе. Если она грохнется, это будет круто. Так, нет, это надо отъехать. Потому сейчас мы как встанем. Как тут не будет ничего видно. Так, ладно.
чему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось знать наверняка. Сказать ему, как вы будете ждать следующей встречи. Мама.